что тут супчик. Так, я вот это хочу. Так, ну, вот это вкусно, вкуснятина. Тут это мяско. Не, мяско. Супчик. Так, я вот это хочу. Так, ну, вот это вкусно, вкуснятина. Тут это мяско. Не, мясо я не хочу, я рыбу хочу. Есть такие булочки. А вот это амбургессу можно сделать. А сыр, да, это амбургессу можно сделать. Тут салатик. Вот. Всякого вида салатики, видите. Смотрите, вот это паэлья. Надо паэлью покушать. Я особо не люблю, но раз уж дают, надо есть. Вот это тут десерт. Что я хочу? Я хочу дыню. Сладкое ничего не хочу. Тут это стаканчиков сок, что ли? А нет, это живое тут. А тут мяско. Вот тут можно курочку взять. Вот это хочу. Вот эту штучку хочу. А что-то я рыбу не вижу. Вот это рыба. А вот я хочу рыбу. Вот я лучше рыбу возьму. В общем, не знаю, что Ирина будет брать. Я, наверное, возьму рыбу. Пока посхожу за салатом. Там, смотрите, машины такие пиво наливать. Я что, не бармен, я вообще не умею пиво наливать. Налила, в общем, одну пену себе. Ну ладно. Меню, вот. Только пиво наливать. Ну ладно, буду 10 раз ходить наливать. Ну, смотрите, что я набрала. Кстати, я маленькую тарелку взяла, десертную. Я чуть не сообразила, но вот это больше. Ну ладно. Ну вот, смотрите, испанский ресторан, кто там мне высказывал. Ну а чё, чем вот тут еда отличается? Ничем не отличается. Вот это она везде, когда стандартная. Ой, опять неправильно держу. Блин, снова может повторить. Смотрите, стандартная еда. Ну что, я взяла салатик. Так, вот итальянское с сыром. Забыла, как называется. Какие-то штучки. Какие-то кальмары зажаренные, салат. Ирина там какую-то лотерею ждет. В общем, не удивляйтесь, что все кругом пожилые. Ну, потому что это вот как раз время инсерсо называется, когда пожилые по очень льготной цене путешествуют. Вот это время инсерсо называется по-испански. Да, пожилые путешествуют. Им хорошая скидка. И часть оплачивает аютаменту. Здесь очень много французов. Немцы есть. Слышала я речь. Английскую слышала речь. Знаете, я вам скажу, что какой-то здесь такой отстойный ресторан. Мы в скольких были этих ресторанах при отелях. Там где-то круто, красиво, а тут как-то мы видим то, что старый отель, что ли. Хотя мне вот салат этот не понравился. Там какой-то такой майонез, не знаю, что такое. Или я уже зажралась, не знаю. Вот это вкусно. Забыла, как называется по-итальянски. Вот это морковные эти. Это морковка. Ну, тут я асетунусы взяла. Асетуны по-русски. Не помню. Ну, и кольца кальмара. Кольца кальмара вкусные. Попросила, чтобы официант мне пиво напил. Мучилась, он подошел мне и налил. Выиграла что-нибудь? У меня было, выиграла 470, у меня 570. Нет, 570. Это плохо можно. Ладно, все, мне не буду. Давай. Так, я еще набрала одних овощей, а потом еще рыбку возьму. Что тут Ирина набрала? Ирина тоже овощей и рыбку взяла. Камелоты, там камелоты назывались, это с сыром блюдо. В общем, камелоты. Нет, это не итальянское, это испанское. Так,
Еще надо за пивком сходить. Еще за пивком. Вот, блин. Не знаю, как взять телефон. За пивком еще надо сходить. Вкуснотища. Блин, набрала. Называется, хоть съем, но закусаю. Все, не съем, так все закусаю. Вот это паэлья, смотрите, вот она. Так, чуть-чуть взяла попробовать. Ирина, надо было все в разные тарелки наложить. Это бы приличнее было. Садись, иди, сфоткай. Приступим. Паэлья мне нравится. Рис проваренный. Это, ну, правда, немножко солоноватая, но морепродуктов много, видите? Морепродуктов. Вкусно. Так что мы в разные рестораны ходим. А не только где китайский фастфуд, да, Ирина? Ой, куда мы только не ходили уже. Мы тут с Ириной решили до 4 сидеть. Сколько? Еще 1:30. Так что там, в общем, пены уже нету, я легко уже пиво налила. Рыбка очень нежная, супер. Знаете, что скажу? С Лешей вообще невозможно ходить. Он все быстро съест. Не дает насладиться едой, обществом. Всем надо куда-то бежать. И так с Ириной классно. Мы тут до упора будем сидеть. Мы когда с Ириной ехали, мы вообще не могли представить, что мы будем так жить. Это просто... Мы даже 10% не могли представить, что у нас будет такая жизнь. Ничего не рыла. Смотрите, вот это каталанское, да, это блюдо. Мне кажется, это каталанское. Это что это на сухо ножки из свинячьей ножки? Так у нас же холодец, как у нас холодец готовит. А они вот просто варят вот до такого состояния ножки. Ножки свинячьи. Ну, до завтрашнего обеда можно не есть. Ага. Это взяли кока-колу мы, вот это десерт, что-то я маленькую десертную ложку. Маленькую десертную ложку не нашла я. Вот это яблочко, как мне нравится, печеное. Это дыня. Это какой-то этот, желе. Это кока-кола.